Поднять парус!
Он был здесь когда-то. Теперь тут лишь кости. Здесь встретили смерть мои родители. Я бы погиб с ними в бесчестии, если бы не Сигурд. Мама, что если бы я подчинился твоему приказу? Может, вы с отцом победили бы? Когда отец показал мне этот путь, я был в восторге. С тех пор я каждый раз выигрывал в прятки. Камни, ценности. Как псы Кьотви упустили их?
God! Парус поднять! Пускай парус! Что с тобой такое? Добро пожаловать на нашу щедрую землю! Не думал встретить кого-то на этом острове. Почему же? Это Англия. Здесь обитают саксы и даны. Наши воды открыты торговцам. Англия? Вот так неожиданность. Многие тут сперва теряются. Но не бойся, я тебе все покажу. Я этот остров знаю лучше, чем своего сына. Что случилось? Мой сын засел с пиктами к северу от вала. Кто знает, что они там готовят? Или каких шпионов ко мне подсылают? Ты обещал мне все здесь показать. А, ну да, конечно. Следуй за мной. Это город Люнден. Его в древности построили римляне. Не было у нас с тех пор строителей искуснее. Что ж, они сделали все, что могли. Белые скалы Дувра. Дом множества птиц. Вот Йорвик, торговый город Данов. Между нами, у короля Альфреда на Йорвик планы. Ясно. Это вал Адриана. Он защищает всех нас от диких пиктов. И правда навалено. И, наконец, славный Винчестер, сердце Уэссекса. Где... где король Альфред? Бесчестные пикты! Они похитили короля! Нам нужно спешить на север! Где ты, мой король? Наверняка где-то рядом. Мой король, я спешу на выручку, я спешу!
Что случилось? Не молчи! Это еще кто? Почему ты роешься в моем добре? Яйца Тора, нет. Зачем ты ему помог? Опять он за свое. Изменник! Король молчит! Ты отрезал ему язык! Какой еще язык? Который ты отрезал! Ты, видно, его сын? Не потакай ему. На старости лет он сделался как дитя. Я думал, здесь ему станет лучше, но вышло наоборот. Я и говорил с ним, и подыгрывал, но он слышит только то, что хочет услышать. Лишь то, что хочет услышать, м? У меня есть одна мысль, если ты позволишь. Старик, твой король многое перенес. Но я слышу его тихий шепот. Он хвалит тебя. Он благодарит... Хьюсинга. Он благодарит Хьюсинга за верность короне. Что еще ты слышишь? Ты живешь во сне. Пора просыпаться. О чем это ты? Выдумки подчас приятнее правды. Но в этом мире есть люди, которые тебя чтят. Можешь болтать вздор сколько тебе угодно. Но я точно знаю одно. Я знаю, что Альфред продал нас пиктам. Ты предал свой народ! Я отрекаюсь от тебя и низвергаю! Это жестоко, но некоторые раны следует прижигать огнем. Прости мою грубость. Я знал, что будет непросто, но иногда ноша кажется мне слишком тяжелой. Ты поступаешь смело и по чести, и боги это знают. Удачи. Ты воюешь с Англией? Этот старый лис еще держится. Должен признаться, я впечатлен. Больше паруса! Когда-нибудь рассказывал о том, как в одиночку убил целый клан сломанной рукоятью меча? Много раз, Даг. Больше, чем можно сосчитать.
Нужно быть осторожнее.
Вопрос. Парус поменьше. Меня кровь стынет. Захватили ярла! Что за ярл? Его захватили разбойники! Скорее! Ярла схватили разбойники? Идем, если твоя храбрость не просто видимость! Ярл будет благодарен, поверь! Мы почти на месте! Убьют? Они требуют выкуп? Они там. Ты знаешь, где они. Веди. Ладно, со мной. Норвегия, норвежца! Thank you.
Эта жалкая затея стоила им жизни. Меня заставили, угрожали убить. И чтобы спасти себя, ты вел к гибели других. Нашу деревню сжег Кьотви жестокий. Нам пришлось бежать в лес. И те, кто выжил, скоро озлобились. Олаф, которого ты убил, говорил, что мы вернем наши земли. Но ему нужно было лишь серебро. Вы жестоко ошиблись. Я из клана Ворона, и Кьотви мой заклятый враг. Значит, я ошибся, когда решил, что ты на его стороне. Ты также ошибся в выборе жертвы. Это была не ошибка. На вид ты умелый боец. Я надеялся, что ты одолеешь Олафа, и я сбегу. Ты молод и глуп, поэтому я пощажу тебя. Но если попадешься мне снова, отправишься гулять по лесам Хельхейма вместе с друзьями. Ты больше меня не увидишь. Я буду как белый кролик в снегу. Нужно быть осторожнее. Что такое? Что за напасть? Имя Асгарда, что стряслось?